Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. На календаре сегодня 28 марта. Это говорит о том, что совсем скоро наступит приятный сезон для мужчин и для девочек тоже. Коротких юбок и легких платьицев. Да? Какой ты коварный. Конечно. Да. Нужно держать свою фигуру в тонусе, поэтому я предлагаю с самого утра заняться зарядкой. Глеб, делал сегодня зарядку? Я еще нет, но я хочу с удовольствием представить нашего фитнес-инструктора Елену Божидай. Еленочка, доброе утро. Доброе утро. Мы, конечно, от вас ждем сейчас комплекс упражнений, но прежде мы хотим вам и всем остальным показать очень интересное видео. Друзья, смотрите, я такого вообще отродясь не видел. Это что, надо такого придумать. Этот профессиональный боец по тэквондо в Боснии установил новый удивительный рекорд. За 30 секунд он разбил головой 111 камней. Прошу заметить, спортсмену всего 16 лет. Ну, а мозгов-то там, наверное, немного. Мне кажется, мозги там остались. Нельзя так говорить ни в коем случае. Человек, конечно, сделал рекорд. Это все очень сложно. Травма опасна. Но как это он вообще додумался придумать? Вот. Глеб, вот у тебя такие мысли посещали когда-нибудь? Да ты представь, если такой тебе плитой по голове дали вообще, чтоб с нами с тобой было бы, а? Все. Все? Все. Ничего бы не было. Карьера бы закончилась, а у него только все началось. Лена, доброе утро еще раз. Доброе. Не пробовала? И не надо, Лен, и не пробуйте. Мы лучше будем здесь тихо, мирно сидеть в студии, делать зарядочку, причем любую, которую ты сейчас покажешь. Мы на все согласны. Сегодня будет менее травматичная зарядка. Будет классический вариант зарядки, которую могут выполнять абсолютно все, любого возраста, даже абсолютно без физической подготовки. Она поможет нам разбудить наш организм и настроиться на продуктивный день. Опускаем голову в стороны. Вперед, назад. Одно из немногих упражнений, которое может повторить Надежда. Получается. Очень прекрасно. А ты даже повторить не можешь. Почему? По кругу в одну сторону. И в другое. Греб, видишь, это не развели страшно. Руки в стороны и по маленькой амплитуде по кругу вперед, плечевые суставы разминаем и по кругу назад. И по большой по кругу вперед и по кругу назад. Все очень просто. Собрали руки перед собой и потянули плечи вперед, округлили спину, вернулись, округлили. Вернулись и развели руки в стороны, потянули грудные мышцы и еще раз вперед и развернулись локти к себе и от себя кисти и кисти. Все должно в другую сторону. Корпус по кругу в одну сторону. Греб, теперь твой выход. И в другую. Собираем стопы вместе и колени от себя и к себе. И у нас остался голеностопный сустав по кругу в одну сторону и в другую. Это вот так, если в офисе сидишь, понимаешь, что устал немножечко. Да, можно помочь сделать. Себе проснуться в другую сторону. Вместо кофе. Хорошо бодрит. Я уже проснулась. Я чувствую. И дальше можно добавить какие-то более интенсивные упражнения. Приседания, либо выпрыгивание наверх, либо просто с приседаниями или нет. И закончить можно разминкой. Потянуть левую руку, правую назад. Сделать вдох, потянуться наверх, перед собой, вниз. Правой ноге к левой. Стороны растянуть косые мышцы и другую сторону. Вот такой вариант зарядки. Ой, мне очень нравится такой вариант зарядки. Вообще не сложный для новичков, он очень даже комфортный. Я чуть-чуть размялась, мне комфортно, Глеб. Тебе как? Мне вообще замечательно. На вас смотреть одно удовольствие. Знаете, зарядка. А я заметила, поэтому ты ничего не делаешь. Это тебя не оправдывает. Лена, огромное спасибо. Ждем вас всегда в нашей студии. Спасибо вам за зарядку.